Покупались в источнике. Ледяная? Давай, пошел вперед. Молодец. Вон он. Ого, красивый какой. Все, идем вверх. Всегда добро пожаловать на Казахстанский Алтай, в Катон-Карагай, на Рахмановские ключи, водопадам, озерам, великолепным вершинам и, конечно, самое главное, главной горе Алтая и Сибири – Белухи. Такой вид на озеро. Поднялись уже метров 100-200. В общем, мы поняли, что в этой печке дверцу не надо закрывать, туда просто надо постоянно подкидывать и все. Так, а теперь баурсаки. Деревянный мост. Вот такой мост деревянный. Красивый, блин. Везде, получается, на деревьях, вот на всех досках, вот таких вот, получается, мох. Видите, да, какой? И все деревья в мхе. Прям по периметру всего. Мох везде. Деревянный такой мостик интересный. Небольшой ветерок дует, погода непонятная. Везде почему-то много мха. Петь, как красиво. Да. Клещи? А снизу тут, смотрите, что это такое, вообще не пойму. Типа моха тоже. А здесь такие водоросли интересные прям. Так я хожу, снимаю. Смотрите, написано: осторожно, клещи. Такая вывеска здесь стоит. Вот тот самый мох, про который я вам говорил. Все деревья, получается, по всей дороге вот такие. Кто знает почему, напишите. Из-за влаги, наверное, большой. Антон, ты лыжи потерял? Воздух шикарный. О, ничего себе, лыжи. Даже я забыл их. Стою на дороге, я в 46-м. Стою на дороге, я в лыжи обутый. Вот гром опять гремит. Как бы нам под дождь не попасть. Ого, вертолет садится там. Да, вон он сел. Красный пожарный, наверное, да? Оранжево-красный такой, с синей полосой. Не успел чуть-чуть дойти до этого места, где он был. Кого-то высадил, улетел. Вот к соседям пришел, к нашим. Флаг, флаг.
Видали, на какой машине они сюда заехали? А что вы все разбежались? Рассказывайте. Рассказывайте, как вы сюда ехали, поднимались. Снизу. Супер водитель. Снизу там поддон у них висит низко. Ничего не зацепили? Пару мест этот фордом вытаскивали его. Подтягивали. Подтягивали. А, вот этим? Да, вот этим фордом вытягивали. Пару мест. Ага. Вот это уже здесь, вот на камнях, на сыпучих. Низко там прям. Еще и торчит, да, вот, вот так болт, да, вперед? Да. Низко, не низко, но она прошла. Если... Ну да. Kia Rio проходит переднеприводная, но здесь из-за того, что масса, конечно, он не так гребет, а так машина передний надежная, привод ничего еще, не да? ломается. Передний привод, да. Передний привод. Так, заехал. Там к нам люди пошли, я пошел, посмотрю. Давайте, давайте. Они, походу, что-то встать давай, хотят. Ладно, давайте вам давай, тоже. Давай. Место, да, наверное, ищут люди? Ну, они смотрят. Они... Красный вертолет, это, оказывается, который туристов возит. Уже у нас какой день, а мы до сих пор сама кушаем. Вот уже доедаем, одна голова осталась. Соседи, смотрите нам, какой букет принесли. Сарыбельская сорожка. Сорожка. Бери. Это что за сорожка? Ну, сорога они называют. Сорога у нас, это плотва. Ничего себе, она какая выгнутая, прикольная. Это вы ее по дороге уже сделали? Или? Мы ловили, сушили. Класс, спасибо. С пивом будете пробовать? Садитесь, мы пиво любим. Да не, мы пойдем. Ну вот, а теперь газа-то у нас нету, но у нас вот такая печечка лежит в ящике в нашем. Расул приехал, а теперь смотрите, мы теперь внутри ее очищаем. Внутри очищаем уже сколько пленки. В общем, вот, сейчас мы ее очистим, просто она потом пригорит. Если ее не очистить, и она будет некрасивая. Но это нержавейка, я так понимаю. Вот так она развернулась, смотрите. Так, дверца у нее открывается. Это как раз тот случай, как вот как нам сейчас нужно, без газа, когда у нас нет газа. Все, наконец-то мы ее развернули, почистили. У нее, получается, вот так открывается. Здесь внутри не стали, обгорит, думаем. Все, закрылось. Здесь у нее поддувало есть. Здесь эта сетка гриль жарить. Тут лежат угли и дрова. Здесь, получается, открываем, подкидываем. Она вот стоит, никуда ничего не падает. И есть ручки переносить. И она, получается, сворачивается. Вот чехольчик. Занимает мало места. Да. Кому интересно, магазин Македонск. В общем, вот, сейчас будем испытывать. У нас кончилось топливо, получается, голубое. Три баллона. Все, тю-тю, нету. У тебя кончилось? Чуть-чуть есть. Ты не взял, ребенок упал. Теперь получается, все, газа нету. Сейчас будем разжигать. Дрова здесь, я не знаю, как, может, чуть бензинчика плеснем. Главное, чтобы конструкция... Сухие дрова. Да, сухие дрова я сейчас порубим. Короче, пробуем, на казане сейчас будем готовить. Вообще, чайник, вот мясо здесь, все можно жарить. Давай это убирай, Серега. За ручки бери только. Вот это убирай. А, полностью? Ну да. Сюда можно засыпать угли от этого. Как его? Ой, который для шашлыка угли. По идее, все. Он для них идет. Это брикеты. Попробуем, есть, давай, казан. Там мне, знаешь, что кажется? Надо засыпать. Брикеты же, есть ли эти прессованные такие? Ага. Из пыли. Ну. Для печки, да, которые для вот печки. Для... Сейчас попробуем, казан держит она или нет, а то она может сейчас развалиться от казана. Насколько она мощно сделана. Казан 50-литровый. Давай, ставь. Ну да, казан не маленький. Ну, она, по идее, мощная, киловатт 5 больше, может, даже, да? У него все в киловаттах стоит. Ну, мощность киловаттами меряется. Нормально. Вот, смотрите, держится. Все, стоит, да? Да. Заваливаем. Поддувало. Вот. Все, пробуем? Я всегда с собой вожу вот такой маленький топорик, это Фишкерс. Тесть подарил, спасибо большое. Вот, и он нам пригодится. Закладываем дрова. Вот так просто их рубим мелкими кусочками. Ну, это сейчас мы на вот таких дровах, домашних до сих пор. А потом уже будем использовать вон хвойные. Тут зажигалка. Сейчас она тлеть будет медленно и... О! О, пошло, видишь? А когда уже, наверное, работать начнет, будет... А, может быть, это надо закрыть, чтобы оттуда вот тяга была, нет? Вот отсюда. О, можно все, пошла. Вот отсюда. Вот. Сейчас попробуем.
и покажем, как есть, получится или нет сготовить на этой печке. Готовим, кстати, жаркое в томатном соусе, мясо говядина. Нифига мощно, как горит. Давай, все, ставь. То есть нет такой салфеточки, так гореть не будет. А, точно. В общем, что это? Масло? Так, казан, получается, промыли. Поставил чайник, хочу сейчас помыться пойти. Сейчас нагреем его. Вот, закинули дров еще. Вот, принесли. Влад говорил, что вкусный плов. И мне сказали, что у них тоже такой есть. Ташкентский. Да? Ташкентский. Но это узбекский. А, это узбекский. Ташкентского мы не нашли в Ташкенте даже. В общем, буду пробовать. Попробую. Завтра. Спасибо большое. Да не за что. В общем, немного закосячили. Такая температура огромная, что сетку он повело важно. Чуть не испортили. Поэтому здесь родная мощная, вот такая толстая. И дров много, надо не подкидывать. Эта печка, наверное, 10 киловатт, а может быть 30. Потому что прям нереальный жар. Все, сетку поставил. Теперь все по-заводскому. Че, расскажи, делаешь? Я готовлю баурсаки. Лепешечки. Ага. Вот уже ого. Такая красота. Сколько ждёт, много. Пока подойдёт. Ну, чтобы для всех нас хватило. Я поставила две порции теста. Бесишь меня? Ага, классно. Юля тоже, да? Юля тоже, да, помощница такая. Умничка. Юля даже в горной речке прыгала, когда я домой пошел, да? Сюда. Угу. Полка! Скажи раз, два, три, Айнат. Спасибо. Скажи, Миша. Миша. Антон. Марина. Антон. Скажи, Антон. Антон. Молодец. Всех выучила, да? Скажи, Маргарита. 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 Соседи у нас приехали. Пошли скажем привет, Айнат. Айнат, пошли скажем привет. Вечер, класс. Погода нормализовалась. Нельзя туда глубже. Если, допустим, такие аккуратные поставить, прям вот под этот, мы силовые, да. Пусть они будут потолще, но поаккуратнее. Если минус, комары, во всех горах. Морковка у нас самая жесткая, поэтому ее надо тоже закидывать пораньше. А можно соль, перец? Подкинуть. Есть соль, перец, а? Сегодня в шатре классно. Окна открыли. И комаров не будет. Прямо она нам вообще супер помогла. И на ней можно теперь разжигать огонь. И в ней можно разжигать огонь и готовить еду, чай. Ну, все что угодно. Вот как раз пригодилось к такому экстренному случаю, когда закончился газ. Че, нянькаешься? Айнат, вот кушай. Я сейчас за колыбельной. На руках спим, а там в коляске не спим. Ага. Вот так вот в 2 месяца 2000 километров, уже больше 2000 километров люди ездят с детьми. Ну что, пришло время картошку ложить. Подождите. Не горячая кровь. Другая пойдет. В общем, вот так процесс приготовления. А может он там и не нужен? Ух ты, уже красиво как. В общем, мы поняли, что в этой печке дверцу не надо закрывать, туда просто надо постоянно подкидывать и все. Еще подвигаешь, они прогорают. Да, прогорают, подвигаешь потихонечку и все.
Дети вот так играют. Так, а теперь баурсаки. Баурсаки супер вообще вкусные. Знаешь, как у нее баурсак будет? Фуфака. Подождите, не ешьте, давайте. Баурсак вообще супер вкусный, блин. Прям вот как пирожок такой, булочка. Не знаю даже, как сказать. Ну, баурсак, короче. Миша, уйди. Миша, уйди. Может убрать частично? Все, покушали. Очень вкусно. Завтра постараемся показать водопад, если погода будет хорошая. Туда через озеро пойдем. Все, печка полностью остыла. И вся пленка обгорела. Можно было не снимать. У нас вот здесь внутри была пленка. Ничего не изменилось, что снутри, что снаружи. Все одинаково, короче. Вот. Это у нас чуть-чуть вот так изогнулось, но это ерунда. Она разбирается очень просто. Тут и гвоздики. Вот так, вот так. А снизу чуть-чуть углы. Сейчас она и собирается вот в такую маленькую. Что ты скажешь насчет печки? Тебе понравилось? Печка супер. Однозначно надо брать. Ты возьмешь такую себе? Я себе возьму, потому что 50-литровый казан полный. Спокойно держала, даже не колохнулась. Самое главное, что мне понравилось. Дрова, березу закидывали. Температура была, ну, колоссальная. При этом я наблюдал, он даже не покраснел металл. То есть, хорошая, качественная вещь. Советую. Я сам тоже офигел, что ее не повело. И она вот осталась ровная после таких температур. Вот грязная рука. А температуры были вот так вот, пламя пылало. Спасибо магазину. Они мне ее дали на тесты попробовать. Они мне ее дали еще в апреле, и я только вот показал вам ее. И она реально нам пригодилась, потому что у нас кончился газ. Вот только сейчас испытали. Это супер, что я ее взял с собой. Спасибо магазину Македонск большое. Серега, ты себе тоже такую печку хочешь? Да, я захотел. Очень хорошая. Она заменяет очаг для казана полностью. И плюс вот вес, размер, прикинь какой. Она вообще ничего не занимает, такая маленькая. И, короче, это очень функциональная, очень жар хорошо. КПД у нее высокий. Прям чуть-чуть дров закинула, она прям пылает. Вот такое мнение людей. Потом посмотрим, приобретут они или нет. А у нас костер, и мы ложимся. Пришло утро у нас. Все, сегодня погода, смотрите, солнечная, офигенная. Главное, чтобы не испортилось дальше. Покушаем и идем на озеро, на водопад. Вот снизу плавают рыбки. Это вот такой у нас бассейн. И вид на реку. Сейчас мы потопаем на ту сторону, и я попробую водопад заснять. Ох ты ж, чисто как все. Ступеньки спускаться вниз, чтобы. Вот такие. Муха. Класс, чистая вода. Серега, нас уже потеряли, по-моему. Будешь, да?
Вот дай все равно. Да? Да, красиво. Смотрите, какая маленькая белочка. Вон она побежала. Прям передо мной спрыгнула, не успел камеру включить. Вот она. Эй, привет. Ты где? Чух, убежала вся. Сегодня, конечно, совершенно другой вид. Горы открытые, вчера были тучи. Вид на озеро. Вода другая цветом. Погода хорошая пока. Ну давайте еще раз. С хорошей погодой, с хорошим светом. Топаем водопад. Я его уже вижу перед собой. Вон он, вдалеке. Такие джунгли. Почти подходим к водопаду. Вот такие вот джунгли. Уже поднимаемся. Водопад уже видно. Вон он. Ого, красивый какой. Все, идем вверх. Такой вид на озеро. Поднялись уже метров 100-200. И такой вот здесь водопадик. Сюда большую камеру положил. С сумками топаем.
так вот вид на озеро сзади. Фу, подъем непростой такой, резкий вверх, тяжело идти. Отсюда вообще ничего не видно.
встретил девушку, она... Представьтесь и расскажите, чем занимаетесь. С удовольствием. Очень рады вам. Меня зовут Зарина. Я организатор путешествий здесь, на Казахстанском Алтае. Сейчас мы находимся в лесосанатории «Рахмановские ключи», около Рахмановского озера, у водопада «Волосы Вероники», или его официальное название «Рахмановский». Он имеет несколько каскадов, как вы видите. Он очень живописный. И такой великолепный вид открывается. И веет такой свежестью от водопада и ароматом трав, таежных трав, цветов. Вы чувствуете? Да. Я организую путешествия для казахстанцев, гостей со всего мира. Сейчас мы приехали с гостями из Франции, и они уже несколько дней здесь, восхищаются тем, насколько природа наша первозданная, удивительная, роскошная. И сейчас мы, несмотря на то, что совершили такое достаточно высокое восхождение, да, к одному из каскадов водопада, это третий каскад, если мы будем считать сверху, здесь также находится небольшая ванна такая природная, где иногда с некоторыми гостями мы и плаваем, получаем такой душ от водопада, и ну, это очень мощный заряд. Благо, вот именно здесь волосы Вероники это позволяют. Есть еще другой водопад около Рахмановского озера, это, как мы называем, Усы-Батыра или водопад Арасан. Там не покупаться, он немного поменьше, но пошире. Приезжайте, здесь очень много интересного, вы настолько восхититесь и зарядитесь тем, что увидите, почувствуете, услышите. Это самая главная роскошь, это истинные ценности. Всегда добро пожаловать на Казахстанский Алтай, в Катон-Карагай, на Рахмановские ключи, к водопадам, озерам, великолепным вершинам. И, конечно, самое главное, главной горе Алтая и Сибири – Белухи, Мустау. Меня зовут Зарина. Вы можете найти мой профиль в Инстаграме «Зарина», нижнее подчеркивание «Алтай». У нас гостевой дом «Алтай-Арай», а также эко-этно-аул «Ур-Алтай» с юртами, деревянными домами, коттеджами. И я верю, что это будет самое главное, важное путешествие на вашем пути. Все, спасибо вам большое. Поедем дальше. Все, до свидания. Акжол, легкой дороги. Спасибо. Спускаюсь. Вот такая вот приятная девушка. В следующем году, может быть, в гости к ним приедем. Так что, дай бог всем здоровья побольше, возможностей путешествовать, встречать добрых людей на своем пути. Вот такой спуск. Вниз-то, конечно, легко спускаться, а вот подниматься тяжело. Ну, я в тапках еще. Во. Зато не жарко. Покупались в источнике. С минералами. Запаха нету у воды вообще. Как будто чистая. Но где комары кусали, чуть-чуть щипит как бы. Чем не снимал? Да, все подряд. Вот такая вот у нас дорожка классная. Здесь сауна. И идем к речке, где мы были перед походом на водопад. Здесь рыбки эти, форельки. Или османчики, да, это? Сейчас не видно. Вон она. Пятнышки какие-то желтые у них. Вон, там же. Ты сюда залезал вчера? Нет. Это как-то не очень там. Я тоже. Я вторая. Отойдите. Я вторая. Тут считается ступенька эта. Да все вместе. Юль, ты что, сможешь, да, в холодную? Я вторая. А, доча моя. Ледяная? Давай, пошел вперед. Молодец. Сваливаем.
Холодненькая, да? Поплавать. Нет. Юля, плыви прям вот так. Туда, кто доплывет до туда, тот герой. Докуда? Вон где перекатик, вон там. Где перекатик? Ладно. Юль, подожди, дочь, по очереди. Ох, вид здесь просто шикарный такой. Вон она, плыви туда и разворачивайся потом. Где? Еще чуть-чуть, вон. Ох ты ж. Все, назад давай. Плыви, Юль, дальше, давай, выиграй ее. Плыви, плыви, плыви. Сейчас я вас всех выиграю. Ничья. Вот дети у меня, видали, какие закаленные. А я воду холодную боюсь. Вот Серега. О, медведь ушел, да? А сейчас нас ждет шашлычок с баранинки. Вчера Сергей замариновал. У нас еще есть свининка. Курочка. Курочка. Крылышки. Пиво. В общем, после такого отдыха вообще класс. Пришли, сейчас нас довезут. Они здесь живут. А здесь в середине лежала вот эта куча мусора, и мы 2 дня на нее смотрим. И только сегодня спустили канистру Серегиного бензина. Спонсор сжигания — это Серега. 92-й там или какой у тебя? 2-й. В общем, все облили, там голова от барана прям вся в червях. Если хотите, могу показать, но думаю, не стоит. Все, мы облили бензином, сейчас это все спалим. Зажигалки. Был пьян. Все. Все это сгорит. Кто-то оставил мусор. Ну, какими свиньями надо быть? Приехать в чистое место, да? Главное, чтобы там газовых баллончиков всяких не было. Поэтому надо расходиться. Что там, газовые баллончики были? Нет, главное, чтобы их не было. Вы смелый. Да. Я такой. Вот это не надо, блин. Нет, все, оно сейчас пластик вокруг, все, в общем, не бросайте мусор, убирайте за собой. Сейчас это все затухнет, бревна не загорятся, а пластик весь сгорит. Все, мы на базе, спалили мусор, будем жарить шашлык и спать ложиться. Завтра рано с утра мы собираемся и выезжаем. Так что до следующих серий. Сегодняшний вечер у нас, я не знаю, что сказать. Они завтра в одну сторону едут, мы в другую. Мы едем еще несколько локаций. А вы куда хотите? На Бухтарминское водохранилище. Вот. Ну, у нас времени поменьше уже. У них времени поменьше, у нас чуть побольше. У нас маленькая. Хорошо провели время. Всем спасибо. Очень приятно было. Пообщались. Сегодня вообще душевный у нас был вечер такой. Время 12 часов. Эта серия заканчивается. Смотрите в следующих сериях. Тоже будет немало интересного, наверное. В общем, мне очень сильно понравилось. Я, в принципе, много с кем ездил, но здесь я хочу отметить именно вот этот вот тонкий профессионализм, именно, да, вообще то, что все очень легко, вкусно, хорошие локации, то есть где-то даже если там что-то не так было, то есть это все восполнялось вот такими вот уютными вечерами, с кострами такими. Вообще вот задушевно все было. Всем советую, всем спасибо. Всем подписчикам Антона большой привет. Все, всем пока. Пока. Всем пока. Ну все, мы собрались, загрузились, выезжаем. Вот куча, которая была полностью с мусором вчера. Все чисто, остались металлические банки, сгниют они. Вот так вот. Все соседи наши уехали. Ну и все, следующая серия у нас –